Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать о матрасе IKEA Harrate 160 на 200. Вот я с него снял чехол. Вот. И смотрите, как он выглядит без чехла. Чехол типа нельзя стирать, но так как он у нас немного загрязнился, там пятнышки, несмотря на использование матрасника, вот поэтому решили его простернуть на свой страх и риск. Вот. 3 года матрасу. Видите, он местами как бы пожелтел. Но изначально, наверное, он был белый, этот поролон. Самый обычный поролон. Плотность 23 килограмма на метр кубический. Вот он такой спененный. Здесь есть слой кокоса. А с другой стороны, снизу тонкий слой поролона. Внутри независимые пружины. 190 примерно пружин на квадратный метр. Вот, видите, углы немножко у него так скосились. Вот, и ну, небольшие неровности тут у пружинного блока, но не более там 1-2 сантиметров изгибы, такие просадки. Ну, мы, дети на нем, конечно, и прыгали, и кувыркались. Вот, но в целом я считаю, что он нигде не потрескался, не прорвался. Вот. На матрасник посмотрите какой. Вот на треть из хлопка, на 2/3 из полиэстера. Ну вот видно даже оттенки цвета. Да, то есть пожелтел, хотим постирать, чтобы этой всей пылью не дышать. Вот такой вот матрасик, так он выглядит изнутри. Более подробное описание смотрите конкретно про этот матрас в другом видео.